Меня всегда очень не любили за эту фигню, за вот эту фигню. Видите? Человеческий глаз очень плохо видит вот такое движение. Но человеческий глаз очень хорошо видит вот это движение. Смотрите, он видит объем движения. Показал, а сам снизу ударил туда же. Сам показал прямой и сбоку туда подхватил. Если ударить правой прямой вот такой, это дрова обычно. Партнер видео – компания Boxing Equipment, официальный дистрибьютор Firetex в России. Смотрите, что еще делаем дальше. Начинаем добавлять вот эту штуку. Вот меня всегда очень не любили за эту фигню, за вот эту фигню, видите? За вот эту руку. То же самое было у Джонса. Вот эта игра, она очень сильно мучает. Но это не говорит, что это самый лучший вариант. Вы можете делать вот так вот, смотрите. Вот так вот ходить. И это тоже не самый лучший вариант. Понимаете? Есть тысячи вариантов. Есть самые такие простейшие варианты. Он простой, как сама смерть. Человек двигается в живот. Двигается в живот. Просто настолько простой, а на всех чемпионатах России, чемпионатах Европы, мира, смотрите, по боксу везде проходит. Проходит 1-2 по-любому нокаута от такой комбинации есть. Ваша задача сейчас к работе ногам добавить еще движение руками. Движение, давайте начнем с зада наперед. Берем глаз человека. Человеческий глаз очень плохо видит вот такое движение. Можете прикольнуться вот между собой, встать, короче, сделать вот так. Человеческий глаз очень плохо это движение видит. Но человеческий глаз очень хорошо видит вот это движение, смотрите. Он видит объем движения. И чем оно будет объемнее, чем оно будет более заряженное, тем оно будет бесполезнее. То бишь, если ударить правой прямой вот такой, это дрова обычно. Потому что правой прямой, смотрите, бью, закрываю за рукой. Бьешь, и он попадает почти очень часто, очень прям плотно попадает. Причем абсолютно не сильно бьете. Прям. Не сильно, а приезжает очень больно. Ваша задача бить в трубу, грубо говоря, вот здесь вот такую вот трубу бить туда, без вот этого вот. И смотрите, вы объемом движения можете пользоваться. Я знаю, что он реагирует на вот это действие, смотрите. Он реагирует, а можно бить с другой стороны. Специально прям плечом среагировал, а сам бью с другой стороны. Прям специально руку опускаю, а сам бью с другого угла. Если знать, что человек реагирует, на это можно играть. Вы можете делать это движением, можете делать это финтом, можете это агрессировать быстрыми взрывными входами, выходами, опять входами. Вы можете агрессировать за счет жестких ударов, можете хорошие плотные защиты заходить, бить. Это не важно. То бишь, эти все варианты, у каждого свой вариант. Но ваша задача вот человека реально не опускать, прям вообще не опускать. Но для этого нужно реально очень хорошая выносливость. И нужна очень спокойная голова, чтобы вы двигались спокойно, смотрели, двигали, видели, где человек ошибается, в каких моментах. И заставлять целенаправленно человека ошибаться и бить туда, где ошибка. В этом весь прикол. Ну, например, там, стою, как бы специально сюда сместился, вышел, как показывал, отсюда ударил. Показал лево прямой, я замечаю, что он идет определенный уклон. Если он туда делает, значит, это его наработка. Он по-любому оттуда будет либо бить, либо защищаться. И начинаю на этом играть. Показал, а сам снизу ударил туда же. Сам показал прямой и сбоку туда подхватил. Такие мелкие движения. Вы знаете такое слово? Называется паттерн. Не знаете? Паттерн. Это, ну, грубо говоря, да, можно сказать шаблон, но дело не в шаблоне. Паттерн – это постоянно повторяющееся, прям характерно повторяющееся действие того или иного там, ну, существа, грубо говоря. Вот, например, человек боксирует там первым-вторым номером, да, одна частично первым, частично вторым. У него есть определенный паттерн, то бишь он определенным образом защищается, определенным образом бьет. И если на самом деле изучить, то у него количество этих действий не так много. И за грань их он тяжело выходит. Это один из таких как бы сложных моментов высокого уровня у спортсменов, когда они выходят за грань, они увеличивают количество этих паттернов, все больше и больше у них становится.
Вот ваша задача за них выходить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.